В 23 дошкольных учреждениях городского округа Люберцы до 3 ноября работают 135 дежурных групп. Мы побывали в детском саду «Космос». Подробнее в следующем сюжете. Строгое соблюдение санитарных норм начинается с порога. Обработка рук антисептиком, измерение температуры. Только после этого воспитатели могут пройти в здание. Для детей отдельные входы. У каждой группы свой. И также обязательная термометрия. В остальном работа детского сада остается неизменной. Вот так вот дружно и вместе вытянули репку. В детском саду организовано в эти дни горячее питание. Соблюдаются все режимные моменты, утвержденные для каждого возраста. А это развивающие занятия, прогулки и сон. На завтрак, обед и полдник никакой привозной пищи. Все готовят повара здесь же, в детском саду. Пока воспитанники резвятся на свежем воздухе, помещения проветривают, кварцуют и обрабатывают контактные поверхности специальным антибактериальным раствором. В дежурные группы зачислены детки, родители которых не могут прекратить свою деятельность в объявленные нерабочие недели. Это дети сотрудников полиции, банковских работников, дети врачей, дети Следственного комитета, прокуратуры, Почты России и других сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего государства в эти дни. Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября стали вынужденной мерой по борьбе с распространением коронавируса. В корпусе детского сада «Космос» на 3-м почтовом отделении 62А сейчас работают 4 группы, в каждой по 12 детей. Айтадж Чирагова, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.